один. Пятерка. Там был петух, здесь пятерка, и вот здесь третий. Здесь самец. И камера, правда, плохо фокусируется. Можно было расстреливать. Но не для этого я лис регулирую, чтобы их расстреливать. Так, он еще впереди, по-моему. Вон там лунка и вон там, если я не ошибаюсь. Так, три уже вылетело. Похоже, как на лунке. Да. О. Петушок. Где-то здесь еще один. О, подо мной прямо. Прям подо мной вылетел. И вот здесь еще один. Так, одна пятерка. Четыре петушка уже. Еще один петушок без хвосты. Кстати, хвоста нету. Еще один петушок. Он там сидел. Нормально. Есть тетерева. Не зря лис регулирую. Прямо аж настроение поднялось. Ну, стайка такая хорошая здесь залунилась, в принципе. Но одна курочка, остальные петушки. По-моему, вон там еще на бугре. Сейчас по своим следам выйду. Посмотрю. Еду. Еду капканы проверять. А вон, вон еще двое. Двое еще поднялось. Еще вот отсюда сейчас посмотрим. Еду капканы на лис проверять. Пока не можем матерого выцепить. Не ходит постоянно метропами. Так. Где-то вот здесь вот еще лунка за бугром. Оттуда вылетели. Где-то вот отсюда сейчас. Курочка. Вторая курочка. Так. Ну, стайка хорошая такая. Вон еще петушок полетел. Хорошая стайка. Как раз в самом лисе месте залунились, блин. Вот здесь еще должен быть один. Или нет? Я здесь просто приземлялся. И вот сюда пошел. Вроде все. Ну, с десяток. С десяток было. Все вроде. Ладно. А в прошлый раз проезжал двое, было всего лишь двое. Вон там за снегоходом, вот за этой елью, на той стороне. Сейчас кадр ставлю. Сейчас еду. Вон еще один. Тетерев. Ехал. Видел лунку.
ходом ехал на скорости. Вот отсюда поднялся Тетерев. По тормозам остановился туда, отъехал. И смотрю, вон там еще одна лунка. Хотел подойти. Вон успел раньше вылететь. Не знаю, в камеру там попало, не попало. Два косача. Один туда полетел, первый, Тетерев. Второй туда улетел. Два штуки, два самца. Остальных лисы сожрали. Было больше, около десятка. Ну все, еду дальше проверять капканы на лис. Вот такие вот петушки с курочками у нас здесь живут, а мы их оберегаем от лис. Всем пока, до новых встреч.